Температура воды 22 градуса, температура воздуха 30. 75 лет назад в этом городе еще были немцы. Они уже, конечно, чувствовали, что проигрывают. Это Анапа. Сегодня 20 сентября 2018 года. Я на велосипедной прогулке приехал сюда вот на набережную и сейчас смотрю на Анапскую бухту. День сегодня жаркий, по-настоящему летний. Народу в городе немного, улицы как-то выглядят пустынно. Также вот улица Горького. А вот на пляже, смотрю, много народу. Люди купаются, видны кучи, собранные вот водорослей на пляже, здесь вот на центральном. А там вот в канапке этих куч нету. Вот. Вообще вот у меня зума нет на этой камере, поэтому можно просто посмотреть панораму. Не панораму, вернее, а вот вид. Много катамаранов сегодня, яхта вон пошла прогулочная, еще одна стоит у пирса. Вот пошел прогулочный кораблик, тоже красивый такой, подстаренный сделан, только без парусов. Чайки летают, люди отдыхающие ходят. Сейчас вот здесь вот два молодых человека смотрели вот в этот бинокль. Вот пока и все. 75 лет назад в этом городе еще были немцы. Они уже, конечно, чувствовали, что проигрывают на этом участке фронта, как и в целом. И уже спешно собирали свои чемоданы, паковали, бежали буквально из города. Вот. А завтра, 21 сентября, в город войдут советские войска, и Анапа будет освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорят и установлены вот такие вот стелы. Здесь, вот там видна звезда. Ну и много очень памятников, братских могил в Анапе. И завтра будет в городе, пройдет праздник, посвященный освобождению Анапы, 75-летию со дня этого. А 22-го тоже будет день города и тоже будет праздник. Заглянул я на центральный пляж, это Гребенские ворота. И что здесь написано? Температура воды 22 градуса, температура воздуха 30 градусов. Южный ветер, купание разрешено. Сейчас мы проедем по центральной аллее, которая идет вдоль пляжа, до реки Анапка. Посмотрим, как там на пляже дела обстоят.
Вот, друзья, я и проехал берегом моря, доехал от пляжа на реке Анапка, где она впадает в море, и вот отсюда до пляжа Премьера. Когда-то здесь было бревнышко, сейчас его нет. Ну, в целом, как скажем, люди есть, конечно, отдыхают, загорают, купаются. Температура воды вы сами видели какая, на центральном пляже я показывал. Ну, что еще сказать? Ну, в целом, в общем-то, и все. Моя прогулка подходит к концу. Сейчас я выезжаю на Пионерский проспект и еду домой. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч.